Шалом алейхем, дорогие друзья, добрый вечер. Очень рад снова быть с вами. Как наша традиция, в каждый четверг учиться вместе Тора и готовиться на шаббат. Из хорошей, важной урок Тора. Этот шаббат имеет особое название. Она называется шаббат хазон. Шаббат Хазон, так начинается автора, которую мы читаем после чтения Тора. Слова пророка Ишаяу, первые слова пророчества Ишаяу, первая глава книги Ишаяу, Хазон Ишаяу бен Амоц, которая означает видение Ишаяу, сын Амоц, который видел он об Иуде и Иерусалим и в дней Узияу, Йотам, Ахаз и Ехизкияу, царь Иуда. Шаббат перед 9 Ава называем, мы читаем всегда эту автора. Это последняя из трех автора, где там мы читаем непростые, неприятные пророчества о разрушении храма. И в честь этой автора, Шаббат Хазон, которая начинается со слова Хазон, видение, называется «Шаббат перед 9 Ава», «Шаббат Хазон». Но приходит известный цадик Раби Леви Ицхак из Бердичева, и он дает новый смысл этой названия «Хазон». Правда, видение, которое подсказал тогда Ишаяу, она была тяжелая, она была по поводу разрушения храма. Говорит Раби Леви Ицхак из Бердичева, в этот шаббат, который перед 9 Ава идет большая видение, есть хазон. Что происходит? Всевышний показывает каждому от нас картина, как будет выглядеть третий храм, с Божьей помощью, как очень скоро придет Мошиах и построит третий храм, и мы хотим знать, как выглядит третий храм. На этот шаббат наша душа видит, видение. У нас будет четкое, конкретное видение, как будет выглядеть третий храм. Это будет в этот ближайший шаббат. Поэтому, говорит Раби Леви Ицхак из Бердичева, этот шаббат является хазон. То есть в эти минуты, в эти тяжелые дни, мы находимся уже в эти 9 дней траура, готовимся к 9 Ава. Если не дай Бог Машиах не придет до 9 Ава. Говорит нам Раби Леви Ицхак, в эти дни, это дни, которые носит с собой огромные силы, что именно в них может Машиах приходить. И это особые дни для прихода Машиаха больше, чем обычные дни в году. И этот шаббат, он смотрит на ней совсем по-другому. Это не только видение Ишаяу о разрушении. И в этот шаббат происходит и большая видение в душе каждого от нас о восстановлении, о освобождении из галута, о приходе Машиаха. Лубавицкий Ребе всегда говорил о том, что на эти дни мы должны быть особо готовы к приходу Машиаха. Что надо делать, чтобы быть особо готовы к приходу Машиаха? У нас, у евреев, у нас есть Шулхан Арух, книга закон, который учит нас образ жизни, как выглядит наше утро, как выглядит наш вечер, как выглядят наши трапезы, как выглядит наши подготовки к шаббату, как выглядит наши шаббаты и так далее. Что мы знаем о приходе Машиаха? Что мы знаем о нашей жизни после прихода Машиаха? Что будет после прихода Машиаха, как будет выглядеть храм, какие законы мы придется нам исполнять во время, после, сразу после восстановления храма. Мы об этом мало знаем. Нам кажется, что это не актуальные законы. Сказал Ребе, написано «Кол ха-осек бе-биньян а-байт», каждый, который учит законы будущий храм, считается, что он активный участник восстановления и строительства храма. И поэтому Ребе попросил, что в эти дни, несмотря что это дни траура о разрушении храма, именно в эти дни мы должны добавить в изучение Тора какие законы? Законы, которые связаны с восстановлением храма. Законы, которые связаны с
заповеди, которые придется нам исполнять сразу после прихода Машиаха, когда будет из Божьей помощи восстановлен, когда построен будет храм, третий храм. Какой вещь является самой ежедневной и активной в работу храма? Конечно же, жертва перенесения. Жертва перенесения – это самый основной ежедневный процесс, который был в храме. Мы об этом недавно говорили, и общественная жертва перемещения, которая называется тамид, ежедневный, и которая называется в шаббат, и в рош ходеш, и в празднике мусав. Но кроме того, есть большой ряд жертв перенесения, которые являются частной. Каждый человек, исходя из разной причины, носит свои жертвы перенесения храма. Среди них бывает разный. Есть обязательный, который он обязан принести, есть, который не является обязательным, его по собственному, его желанию, он хочет принести Всевышнему храм жертвы перенесения, это большая мицва. Например, Ола, жертва перенесения Ола, мы читаем об этом каждое утро перед молитвой. Человек имеет чувство приближаться к Богу, и он приносит такая жертва перенесения, которая полностью отдается в храму, зажигается полностью вся сожжение на жертвенник. Есть такое жертва перенесения, которое называется шламим, тоже из собственного желания приближаться к Богу. Он носит такое жертво перенесения, которое часто он получает назад и делает трапеза для своей семьи и друзей в честь того, что он принес, слава Богу, в храм жертво перенесения. Но есть такие жертвы перенесения, которые входят в категорию обязательные. Начнем с хорошей такие обязательства. Когда человек заслужил, и он испытывал большое спасение. Он был в дороге, и были в моменты такие непонятные, и Всевышний спас его. Не дай Бог, он болел и выздоровился. Есть такая жертва перенесения, которая называется «Тода». Что такое «Тода»? Все знают «Спасибо». Надо Богу сказать «Спасибо». Это уже обязательство. Но есть обязательные жертвы перенесения, которые они более обязательны. Они должны исправить что-то. Хатат. Что такое хатат? Это греха очистительная жертва. Когда человек, не дай Бог, грешил, в грехи бывает разных уровней грехи. Есть то, что называется мейзид. Мейзид, не дай Бог, человек знает, что нельзя, и все равно он нарушен. Это более строгий вариант, там он будет и наказан. Но есть такой грех, который называется шогег. Нечаянно он нарушал закон Тора. Но несмотря, что нечаянно, он не хотел, он не имел в виду, он забил, он не виноват. Но по факту он уже нарушал закон Тора. Придется ему принести в храм такая жертва, которая называется хатат. Что это значит? Греха очистительная жертва, чтобы очистить его душа перед Богом, чтобы его отношения со Всевышним были чистые, блестящие, чтобы не было на его резюме в отношении со Всевышним никакой грех не дай Бог. Это уже обязательство. Этого человек должен делать. Когда случаются такие случаи, которые можно называть, что человек нарушал, нечаянно нарушал, и он обязан принести вот такую жертву, которая называется хатат, греха очистительная жертва. Я вам дам пример, к сожалению, очень распространенный, к сожалению, очень много проходит через эту ошибку. Пятница вечером, после трапеза, или мы встали посередине ночи, ходили в туалет. И по привычке, мы уставшие, мы полусонные, по привычке или включили свет, или отключили свет. Никто не хотел ничего не делать. Никто не хотел, не дай Бог, нарушать шаббат. Мы все соблюдаем шаббат. Мы только недавно закончили шаббатные трапезы. Мы готовимся завтра молиться в синагогу и завтра делать еще одну трапезу и учиться Тора. Не дай Бог, все хотят соблюдать шаббат. Но нечаянно, так получилось. Мы нарушали шаббат, мы включали свет в туалет или выключили свет в туалет по привычке.
И теперь мы полисонны ночью или не полисонны. Другой такой вещь, который может случиться, даже в Йом-Кипур, строгий пост, ему было плохо, он вышел из синагоги. Ему было так плохо, он забыл, что сегодня Йом-Кипур, или забыл, и не обратил внимания, что он делал, и выпил стакан воды. А потом он говорит, ой, зохом вей, сегодня же Йом-Кипур, что я делал? Такие случаи, что надо принести? Греха очистительная жертва, хатат. Мы к нему не имеем никакой претензии. Он не будет наказан, Бог не будет его наказать. Он же не хотел. Это была чистая ошибка. Но вместе с тем, в такие случаи надо принести в храм такую жертву, которая называется хатат, греха очистительная жертва, чтобы исправить эту ошибку. Ошибки тоже надо исправить. Теперь хочу вам задавать такой вопрос. Я думаю, что можно его называть актуальным. Мы же находимся сейчас в эти дни, как мы начали, что они имеют особый способ на приход Машиаха. Дни перед 9 ава. В эти дни мы особенно молимся Всевышним, просим у него прихода Машиаха. И мы не будем удивлены, если в эти дни, дай Бог, придет Машиах и построит нам Бейт ха-Мигдош. Теперь актуальный вопрос. Построили Бейт ха-Мигдош, построили третий храм, обновили, и слава Богу, мы заслужили увидеть, обновили богослужение, обновили жертвоприношение в храм. Мы себе сидим и думаем, ой, у нас же в течение галут были же моменты, когда мы пропускали, когда мы завершали ошибки. Тут мы нечаянно включали свет в туалет. Тут другой вещь какой-то, может быть, какой-то вещь, которую мы не знали, что они кошерны, и нечаянно взяли его и ели его. Что нам делать сейчас? Мы должны сейчас идти в храм и купить бик и принести жертву хатат, как искупление все наши ошибки, которые мы завершали, греха очистительная жертва. Думаю, что много думают, что это теоретический вопрос или странный вопрос. Теоретически нет, если мы верим в приход Машиаха, тогда это очень актуальный вопрос. Но вопрос, если действительно существует такая вещь, что мы во время прихода Машиаха должны будем принести жертвоприношение как искупление грехи, исправить наши ошибки, которыми завершали в годы и во время галут. Может быть, это вам звучит странно, но это совсем не так. Мы читали в Талмуде и в Мишна по поводу очень большой мудрец. Звали его Раби Ишмаэль бен Элиша. Были два Раби Ишмаэля. Был один Ишмаэль, он известен, Ишмаэль Коэн Гадол. Мы упоминаем его в молитве в Йом-Кипур. Раби Ишмаэль Коэн Гадол это один. Но много лет после Раби Ишмаэль Коэн Гадол в годы Мишна был очень известный мудрец Мишна, Тана. Мудрецы Мишна называются Танаим, которые звали его Раби Ишмаэль бен Элиша. Он был очень святой человек, большой мудрец, он известен в очень много его слова. Есть известный его рассказ, что он когда-то известен очень Раби Ишмаэль бен Элиша. Он был коллега и друг Раби Акива. Всегда в Мишне мы встречаем споры в Алахе между Раби Ишмаэль и Раби Акива. Каждое утро перед началом молитвы мы читаем брайта Раби Ишмаэль, אומר Раби Ишмаэль говорит, а потом Раби Ишмаэль не говорит. Талмуд в том шаббат. 12 лист, вторая страница, мы читаем такой закон. Талмуд Мишна в шаббат нам говорит так. В те годы же не было свет. Когда мы хотели читать что-то, были свечи, свеча была там на основании масла, фитель, масла, горил, и это распространял свет на столе, и можно было читать. Говорит Мишна, שבת, פיית מצווית שרם,
Мы хотим после окончания трапезы учиться Тору. Предупреждает нам, Мишна не считает книги рядом со свечой. Почему? Вам будет некомфортно. Вы будете чувствовать, что вам не хватает свет, когда вы читаете. Тогда вы будете направить свеча ближе к вам. Когда вы будете наклонять эту свечу к вам, получается, что увеличивается огонь, масло будет больше в одну сторону, увеличивается огонь, а тогда мы нарушаем закон. Тора, запрет Тора не зажигает и огонь в день Шаббат. Даже когда уже есть огонь, мы увеличиваем его, это считается нарушение этот запрет Тора. Поэтому предупреждает нам мудрецы, что мы в Шаббат ни в коем случае не будем даже читать книгу рядом со свечой, чтобы это не будет, что это не будет толкать нас к, исходя из недостаток света, что мы будем направить свеча так, чтобы увеличивать освещение, увеличивать свет, а получается, мы, не дай Бог, нарушаем законы Шаббат. Нечаянно мы не нарушаем. Раби Ишмаэль бен Элиша говорит, я не переживаю из этого. Я знаю, я могу читать Тора, читать Тора рядом со свечой, и вместе с тем я контролирую, я могу достаточно контролировать себя и не направить, и не наклонять эту свечу ближе к моей книге. Вместе с тем рассказывает Талмуд, один раз сидел Раби Ишмаэль, учил он Тора пятницы вечером, и ему не хватило свет, и нечаянно взял Раби Ишмаэль эту свеча и направил к свою книгу, и вдруг он увидит, мне стало светлее. И захватил он свою голову и сказал, ой вей, я нарушал закон Шаббат. Я нарушал закон Шаббат, надо было прислушиваться. То, что говорили мои коллеги, мудрецы, Мишна, не читать книги рядом со свечой. Рассказывает нам Талмуд. Прошел Шаббат после Гавдала. Первый вещь, первое действие Раби Ишмаэль бен Элиша, сразу после Авдала, что делает он? Берет тетрад и пишет следующие слова. Ани Ишмаэль бен Элиша, я Ишмаэль сын Элиша, кориси вехитей синер бешабос, я читал книгу рядом со свечой, и я направил свеча и увеличивал свет, и нечаянно нарушал закон Шаббат. Когда очень скоро будет построен Бейс Амикдош, когда очень скоро придет Машиах, и будет построен Бейс Амикдош, я беру на себя, я принесу жирная жертва, хатат, жирная греха, очистительная жертва, которая называется хатат. То есть, Раби Ишмаэль бен Элиша, если вернемся к наш вопрос, эта история была уже во время Галут, после разрушения второго храма. И он ждал все время прихода Машиаха, и он сказал, да, я нарушал это и нарушение во время Галут. Но он имел специальный тетрад, и там он начал писать все ошибки. Там всегда, где он пропускал что-то, всегда, где он завершал какую-то ошибку, он пишет в тетрад, чтобы знать, завтра придет, дай Бог, Машиах, а я сразу иду в храм и ношу жертва хатат, чтобы исправить моя ошибка. Что интересно, что Раби Ишмаэль не был единственный мудрец, который держал, который имел такой особый тетрад, тетрад жертвы, который надо принести во время прихода Машиаха. Мы находим еще одна история в Талмуде, еще одно мнение в Талмуде уже более подробное. Это уже 200 лет после Раби Ишмаэль. Это уже мудрецы Талмуд, они называются Амораим. Один из мудрецов, Раби Элазар, говорит Раби Элазар, в том Юма, 86-й лист, первая страница, говорит Раби Элазар следующие слова, «Хоэйхэл хэйлев базман азэ». Знаете, что в законе кашрут, когда мы привезли к шойхет кошерное животное, бик, баран, кошерное коровы, кошерное животное. Перед тем, что мы
объявляем, что это мясо пригоден к потреблению, что он кошер, после того, что в ушах их порезали, после того, что проверяли внутренние органы, перед тем, что солили его, чтобы не будет в нем кровь, есть еще одна работа, которую надо делать. Это называется никур. Особая проверка и очистка мяса от чего? От жира. Есть два вида жира. Жир, который Тора нам разрешает потреблять, это называется шуман. А жир, который Тора строго нам запрещает, это называется хейлев. Так и называется хейлев. Есть специальные люди, которые учили, и они знают точно, как разделить между жир, который называется шуман, который ему можно оставить на мясо, и между жир, который называется хейлев, что его обязательно нужно удалить от мяса перед тем, что мы отправляем его на соление, на откашерование, что можно будет его есть потом. Чтобы не будет хейлев. Человек, который нечаянно поел хейлев, это грех, и он должен принести тоже жертва хатат, греха очистительная жертва. Говорит Раби Элозер так, «Оихел хейлев базмана зе», в наше время. Он тоже жил уже после разрушения храма. Человек покупал мясо, и он забыл очистить эти чистые жира, которые там есть, или он припутывал между кошерный жир и некошерный жир. По факту он поел запрещенный жир. Говорит Раби Элозер, это человек в тетрад, в этот известный для нам тетрад уже, он должен записать не просто так, что я сегодня поел некошерный жир, я обязан принести греха очистительная жертва. Он говорит намного больше. Надо написать количество, сколько я поел. Почему? Мы знаем по сегодняшний день, есть Тора вообще, каждое нарушение имеет свои размеры. Определенный размер надоест, что после этого размера считается, что человек нарушал. По поводу хейлев, по поводу этот жир, который называется хейлев, есть галахический размер, называется казайт. Если переводить в наших размеров, это около 30 грамм. Если человек поел меньше, чем 30 грамм, тогда не надо принести никакое жертвоприношение, хатат. Если человек поел уже 30 грамм и больше, тогда считается, что он нечаянно нарушал закон Тора, и он обязан принести греха очистительная жертва. Смотрите, до какие подробно доходит Раби Элазар в Талмуд и в том Юма. Ведь когда мы напишем в этом тетрад, что не дай Бог нарушали, ошиблись и поели хейлев, этот некошерный жир, надо писать, как, сколько мы не поели, почему. Шемо йовей бейздин ахер виярбе бешиур. Возможно, после прихода Машиаха будет Машиах создать бейздин, будет Машиах создать большая конференция раввинов, ученых Тора. Они примут решение, что размер казаит это не 30 грамм, но это 50 грамм. А если мы поели только 30 грамм, еще не обязаны. И с другой стороны, может быть, они по-другому будут считать, что размер казаит это 20 грамм. А уже меньше, и тогда даже если мы поели 25 грамм, уже мы обязаны принести эту жертву. То есть Раби Элазар для него настолько было ясно, что во время прихода Машиаха мы все обязаны принести греха очистительная жертва, что он даже требует от нас не просто так писать, какой факт мы завершали, какой ошибка мы прошли. Пишите, он говорит, детально. Какое количество? Сколько там граммов было? Это очень актуально, это очень важно. Исходя из этого, когда придет Машиах, будем знать, обязаны мы принести жертвоприношение или нет. То есть получается, мы уже находим и Раби Шмуэль в Мишне, и Раби Элазар в Талмуд уже более конкретный, что во время прихода Машиаха мы все должны будем принести жертва греха, очистительная жертва, и в качестве искупления все грехи, которые во время, исходя из какой-то ошибки, мы завершали в это время, во время галут.
И поскольку мы смотрим на приход Машиаха как очень актуальную вещь с Божьей помощью, мы ждем прихода Машиаха каждый день, особенно в эти дни. Тогда что нам делать? Все помните этот текст из Шаббатная молитва Мусав. Мы просим у Всевышнего, что да будет угодно перед тобой, что очень скоро с радостью поднимешь нас к нашей земле, и мы вернемся к нашей границе, и там перед тобой, в твой построенный храм, мы принесем все жертвы, которые мы обязаны принести. Кроме того, что мы принесем общественные жертвоприношения Тамид и Мусав, также все остальные, которые мы обязаны. Возможно, эти грехоочистительные жертвы входят в категорию те жертвы, которые мы обязаны принести. А тогда, чтобы знать, надо сейчас написать себя. Рамбам, он единственный законописатель среди всех наших мудрецов, который писал действительно все законы, связанные с приходом Машиаха. Он писал все размеры храма, он писал порядок, когда придет Машиах, что будет и когда будет. И он пишет о том, что один из первых вещей, который вернет Машиах в момент, когда он построит храм, это аводата корбанот, это принесение, это жертва принесения. Получается, что это очень актуальный вопрос. Тогда что нам? Начать писать, если мы, не дай Бог, нарушаем, что мы знали, что мы имели тетрадь готовы, мы придем потом в Коэн и скажем, слушайте, Коэн, здесь написано X нарушения, считайте, сколько биков мы должны принести в качестве греха очистительная жертва. Мы должны так делать или нет? Давайте обсудим. Но перед тем, что мы пойдем к этой теме, я хочу отойти от этой главной вопрос и попытаться понимать еще один важный вещь. Как мы уже объясняли, речь идет не о таких нарушениях, которые человек сделал в качестве мейзид, так называемый. Мейзид это значит, что он знал, что нельзя, и все равно сделал. Это была ошибка. Мы же не ангелы, мы люди. Люди имеют право ошибаться. Спрашивается вопрос, если это ошибка, почему мы вообще должны принести в храм грехоочистительная жертва, жертва хатат? Почему, чтобы Тора не относилась к этой ошибке, как человеческой славе? Он забил, он этого не хотел. Мы ему скажем, ладно. Запомни, в следующий раз так не делай. Нет, он был полусонный и забил, включил свет в туалет. Мы говорим, это не так просто. Это далеко не просто. Принести в храм после шаббат греха очистительная жертва. А если у него нет денег, столько деталей, что ему принести и так далее. Почему мы такие строгие? Почему мы такие... он же не хотел, он же верующий человек. Он религиозный еврей, он не хотел, не дай Бог, нарушать шаббат или никакой другой закон. Он просто пропустил, забил, ошибся. Почему тогда мы ему говорим, слушай, правда ошибка, но за ошибки тоже надо заплатить. Принеси в храм после шаббат жертва хатат. Это интересный вопрос, очень интересный вопрос. И мы находим наших мудрецов, которые называются ришоним, первые мудрецы, которые дают разные подходы, почему действительно Тора относится так строго, даже к ошибке, даже к такой момент. Первое мнение, которое я хочу представить, это мнение известный очень мудрец Раби Йона Гирунди. Рабейну Йона Гирунди, известный мудрец, написал много книг, написал и книги Шаарей Чува, Ворот Чува, и писал свой комментарий на Авес Талмуд. И Раби Йона Гирунди, он жил в Испании, он вернул свою душу Всевышнему 757 лет тому назад. Раби Йона Гирунди пишет там, когда, если мы скажем, человеку, не обращай на это внимание, это была ошибка, тогда это будет тянет за собой
несерьезные отношения к нарушению закона Тора. И даже если, не дай Бог, он будет нарушать законы Тора уже в мезид, не дай Бог, он будет делать себе скидка, и он не будет пугать себя. Ну ладно, случилось, я принесу уже жертву принесения и расплатимся за этого и так далее. То есть Раби Йона говорит, что действительно, возможно, не надо было за ошибку принести. Но то в качестве предупреждения, оградить себя, чтобы мы имели строгое отношение к любому нарушению закона Тора. Поэтому нам говорят, даже если это ошибка, это все-таки закон Тора. Мы нарушали здесь, исходя из нашей ошибки, закон Тора. Поэтому надо очень строго к этому относиться и принести жертвоприношение. Это не совсем понятно, да, правда, не совсем понятно. Его логика все-таки, это была ошибка, зачем потребовать у него принести жертвоприношение. Поэтому Рамбан, Нахманид, Рабейну Мойше бен Нахман, он жил более-менее в одной поколении с Рабейну Йона. Он вернулся в душа Всевышнего чуть позже, 751 год тому назад. Он тоже из Испании. Рамбан, но Рамбан похоронен в Иерушалайм. Он тоже написал комментарий на Тора и на весь Талмуд. Рамбан говорит, Рамбан был большой философ тоже, он говорит такую вещь. Надо принести жертвоприношение. Когда человек нарушал закон Тора, даже если это была и в результат ошибка, конечно, мы не говорим, что кто-то специально бемейзит делает, это была ошибка, но это ошибка запачкавала его душа. Есть пятна на его душа и на вся его существование. Это уже другой человек, он уже нарушал шаббат. Он нарушал, не дай Бог, кашрут, нарушал Йом Кипур. Человек не может нарушать какой-то из законов Тора и продолжать жизнь, типа ничего не случилось. Он должен остановиться. Он должен сказать, стоп, что-то здесь происходило. Я должен здесь что-то происходит. Рамбан даже говорит такие тяжелые слова. Видите, в результат такой ошибки, что происходит и в душе, человек становится как инвалид в свою душу. На него числится уже грех какой. ולקוטי שיחות, קניגה לקוטי שיחות, תפטרת איתום, רבי פריבודית, את המנניה רמבן, היא רבי נמנושקה רשרייית, אתו אידיה, היא דיות תקוי בולי גלובוקי פתחוד, כידי רמבן. יש לי שלווק דשול דוטבו, שטון דפוסטיל תקיה גרובה השיפקה, כק נרושני השבת, или как наругая нарушение, для него это очень сильное предупреждение. Горит красная лампочка и дает его напоминание. Ты должен провериться, что с тобой происходит. Человек, который у него сильный ират шамайм, он очень богобоязненный человек, он, его организм, его жизнь, его привычки не допустит нарушение шаббат. Это настолько сильно в его чувстве и поведении. Сегодня шаббат, он находится на другой уровень. Он не будет сравнивать, ой, я забил поле и сони. Просто не будет случиться. Если такое случилось, он должен проверить себя. Вы знаете, каждый водитель знает, что в машине, когда горит какая-то лампочка, это знак. Не хватает масла или не хватает жидкость другая. Разные вещи, я в этом не разбираюсь. Но я просто знаю, что если горит лампа, надо отвезти машину в гараж, чтобы проверяли, почему горит лампа. Когда человек нарушал даже при ошибке, это горит уже лампа, что-то надо исправить. Значит, он отошел немножко подальше от Бога. Он отошел немножко подальше от Тора. И поэтому допускается у него такая ошибка. И поэтому ему говорят, что-то случилось.
принести жертвоприношение. Когда он уже принес жертвоприношение, тогда это он уже ставит свою животную душу на другом месте. Это он поднимает себя выше, и он уже знает, больше я не буду нарушать. Он уже принес жертвоприношение. Поэтому объясняет Ребе на основании слова Рамбана, почему Тора требует от нас, как строго относиться даже к таких поступки, которые мы завершали, и в результат ошибка, то, что в язык Тора называется шогег. И на самом деле это то, что происходит с нами. Когда у нас происходит какое-то нарушение, это шогег, мы никто, слава Богу, никто не хочет нарушать. Это в результат мы забили. Кстати, я должен вам сказать, что отсутствие знания не называется шогег. Отсутствие знания – это отсутствие, поскольку мы не учили. Поэтому мы обязаны учить. Когда мы учили, и мы потом забили в результат какой-то ситуации, это называется шугер. Но знать надо. Мы обязаны знать. Человек не может не учиться и сказать, я просто не знал. Почему ты не знал? Ты виноват в том, что ты не знал. Поэтому учиться Тора надо, учиться Шулхан Арух, мы обязаны. А потом существует нарушение на уровень шогег, на уровень я нечаянно нарушал. Вернемся к наш главный вопрос. Мы находимся сейчас в ожидании к приходу Машиаха. Мы видели уже мнение Раби Ишмаэль. Мы видели более конкретные и подробные мнения Раби Лазара в Талмуде в том Юма. Что с нами? Мы должны так вести себя? Или может быть нет? Давайте посмотрим. Один из известных мудрецов, зовут его Шало Акадош, Святой Шало. Кто был Святой Шало? Был мудрец, который родился и жил в Праге. Звали его Раби Ешая Халеви Хурвиц. Потом он сделал алия в Израиль, он жил в городе Цфат, он вернул свою душу Всевышнему в город Тверья. 390 лет тому назад, знаете, где он похоронен? В очень интересное место. Каждый, который когда-то был в город Тверья, на могиле Рамбам, увидел там, прямо в центр города, прямо в центр города Тверья, есть такой сквер, огороженный, там могиле Рамбам, там похоронен Рамбам. Рядом с могиле Рамбам есть могиле Шало Акадош. Почему Шало? Он написал книгу, которая называется «Шней Лухот Абрит». Две скрижали, «Шней Лухот Абрит», коротко «Шало». Поскольку он был очень святой цадик, как всегда, когда мы упоминаем его, мы добавляем к его имя, каким я его книга, «Хакадош». Мы его называем в честь его книги «Шало», «Шало Хакадош». Значит, «Шало Хакадош» пишет такой вещь. Он согласен с мнением Раби Элазар, и мнение Раби Ишмаэль. И он говорит, действительно, каждый человек должен иметь такой тетрад. Где на этом тетраде он пишет все свои ошибки? Чтобы если он завершал ошибкой и нарушал какой-то из закона Тора, он должен себе написать. Почему? Он говорит, улай изкеле биньян бейт амикдаш. Кто знает? Возможно, Машиах скоро придет, а мы все заслужим прихода Машиаха, и все заслужим увидеть восстановленный храм в Иерусалим, а мы тогда принесем жертвоприношение. То есть он говорит, действительно, так надо вести себя. Надо вести себя, как Раби Ишмаэль, как Раби Элазар, и держать, и быть готов к приходу Машиаха, даже до такой детали, чтобы принести грех, жертва хатат, чтобы исправить те ошибки, которые мы завершали в годы Галут. Так он пишет. Ребе приводит его в 18 том в книге «Ликутей Сихот». Ребе говорит интересные вещи. Ребе говорит, мы же не видели такого. Шало написал, правда, очень святая книга. Но у нас всегда есть разница между книгой «Галаха», книги, которые писали мудрецы, которые они были законы писатели, «Шулхан Арух», «Тур», «Рамбам» – это книги «Галаха». И есть книги, которые это не «Галаха». Мы обязаны вести себя в жизни на основании того, что написано в книге
который в статус галахической книги. Книга Шалон не входит в статус галахической книги. И поэтому это не обязует нас этого делать. И поэтому, может быть, говорит Ребе, мы нигде не видели, что кто-то так будет себя вести. Мы это даже не получали в передаче, в традиции от поколения в поколение. А вот эйну ло сипру лану. Есть вещи, которые мы делаем в результате того, что мы читаем в книге Галаха. Есть обичи, обичи, которые приходят с поколения в поколение на Иисус. Отец передает своего сына, Ребе передает свой ученик, и так передается уже 3000 лет разных видов традиций. Но такая традиция у нас нет. А почему действительно? Вроде бы есть логика, тем более это говорят такие мудрецы, как Раби Шмуэль, как Раби Элазар, есть логика в слова Святой Шало, в том, что мы должны так делать. Почему действительно мы этого не делаем? 150 лет назад в Турции жил большой мудрец, большой раввин, звали его Раби Хаим Фаладжи. Он написал много книг, в том числе книга «Шейлот ותשובות» называется «Лев Хаим». Он говорит интересные вещи. Говорит, на самом деле, если мы спрашиваем, какой закон, после прихода Машиаха мы обязаны принести жертву хатат в качестве исправления нашей ошибки в годы галут или нет? Он говорит, да, мы обязаны. По мнению Раби Ишмаэл, по мнению Раби Элазар. А почему тогда мы не обязаны писать? Он говорит, очень просто. Пророк Ишаяу и его пророчество о приходе Машиаха одна из самых красивых, великих пророчеств, трогательных пророчеств Ишаяу. О приходе Машиаха мы читаем каждый год в праздник Ахарон шель Песах. Это мы читаем только в диаспоре, в Израиле нет такой праздник Ахарон шель Песах, там Песах заканчивается седьмой день Песах. И там, поэтому мы не читаем эту Яфтара. Но у нас мы читаем эту Яфтара из книги Ишаяу, пророчества Исаи, Ахарон шель Песах. Это самое красивое пророчество, как будет выглядеть мир во время прихода Машиаха и роль, которую будет играть Машиах, а как он будет действовать. И там он говорит, как будет Машиах судить все. Он говорит, «Вехерихо беират Ашем». Машиах будет нюхать каждого от нас, и на основании этот запах, который будет открыт только для Машиах, он скажет, ты обязан этого принести, ты обязан этого принести. Так он мейрах ведой, написано в Талмуд. Он будет нюхать и судить. Говорит Рав Хаим Паладжи, зачем нам писать в нашей тетради? Не надо. Это писать в тетрадь, это чисто технический инструмент, чтобы мы знали. Но нам не надо. Машиах все будет знать, мы все будем стоять в очередь, подходим к Машиаху, он нюхает нас и говорит, от вас три жертва хатат и четыре жертва ашам. От вас десять хатат и пять ашам. Разных видов жертва принесения. То есть говорит Раб Хаим Фаладжи, по идее действительно мы должны будем принести во время прихода Машиаха жертва из греха очистительной жертвы за все наши ошибки, которые мы завершали в годы галут. Почему не требуется фактически, чтобы мы ввели счет и написали в тетрадь, что мы обязаны, что мы не обязаны? Это просто личная работа. Машиах будет все знать, он нюхает и все будем знать. Но это тоже это большой хидуш. Нигде не написано, а такое обязательство. Нигде не написано в книге Галаха о том, что за наши ошибки, за наши грехи, которые мы нечаянно грешили в годы галут, что они тянут за собой обязательство на жертву принесения в годы прихода Машиаха. Это очень большой хидуш. И поэтому Ребе в этой беседе, в 18 том в книге Лекутей Сихот, Ребе не согласен с Раби Хаим Фаладжи. И он идет по мнению большинства наших мудрецов и говорит, что мы не будем обязаны после прихода Машиаха принести жертву хатат в качестве искупления грехи, которую мы завершали в годы галут.
Как мы тогда их исправляем? И то мы их исправляем сегодня. И в годы галут дал нам Всевышнего другой инструмент, как этого исправить. Во время прихода, во время храма и после прихода Машиаха, чтобы исправить любая такая ошибка, придется нам принести греха очистительная жертва, жертва хатат. А в годы галут дали нам другой инструмент, как этого исправить. Какой инструмент? Мы говорим каждый утром перед началом молитвы шахарит, мы читаем корбанот. Каждый может открыть сидур, молитвенник, и там читаем о разных видах корбанот. Там есть одна очень важная молитва. Рибона уламим, властелин мира. Мы просим у него что? Не этой молитвы. Шеехе сиях сифтотейну хашув умекубал лефанеха. Мы просим у Всевышнего, чтобы речь, которая исходит от нашей губы, то есть то, что мы сейчас перед утренней молитвой читаем все законные жертвоприношения, как они в Тора и как они в Мишна, начиная от Корбан Тамид, через жертва Хатат, через жертва Ашам, через жертва Тода, все жертвы, которые упоминаются в этом процессе, который мы читаем каждый утро перед началом молитвы, мы просим у Всевышнего, чтобы это считалось нам, как «кеилу икравну корбан хатамид бемоадо», чтобы это читался, чтобы мы сейчас принесли физическую жертву в храм. Как написано? Написано в пасук. «Унешалма парим сфатейну». Пасук говорит, стих говорит, мы будем нешалма, мы будем расплатиться биков, биков, которые должны идти в качестве жертвы принесения, как мы будем расплатиться эти бики, которые мы сейчас в годы галут не принесем в храм? Сфатейну, наши губы. Как? Написано, «Кол хаосек бетурат хатат, кеилу икрив хатат». Каждый, который учит законы Тора, о жертва принесения хатат, считается для него, что он принес в храм жертва хатат. Каждый, который учит законы жертва ола, считается для него, чтобы он фактически принес эту жертву ола. Поэтому написано в Шулхан Арух, что мы должны читать каждый утром перед молитвой все эти корбанот, все законы жертвопринесения, и попытаться их понимать, что это будет изучение, достаточно и читать. Но желательно, пишет Альтер Ребе в Шулхан Арух, учить, понимать то, что мы делаем. Поскольку когда мы этого изучаем, это в качестве замена физическая жертвопринесения. Недели назад отмечали в еврейский мир 10-й годовщина известный сфарадский раввин, рабби Мордехай Элияу, был большой цадик, большой раввин, он был ришон лецион, он был раввин для всех сфарадских общин в Израиле, в мир, рабби Мордехай Элияу. Он был очень приближен к Лубавичской ребе, он всегда, когда был в Америке, зашел к ребе, и ребе всегда его с огромной радостью принимал. Последний раз он посетил ребе, 1992 год, 1752 год. И была большая беседа между ребе и рав Мордехай Элияу. Беседа была деврей Тора, когда мы читаем стенограмму от этой беседы, мы видим, что ребе с ним поговорил о вся Тора, начиная Талмуд Бавилейский, Иерусалимский, Каббала, Медраш, Зоар, все, что там можно говорить, говорит. Там ребе ему объяснял, то со слова «пасук унешалма», пасук сказано, мы будем расплатиться. Расплатиться, нешалма, имеет еще один смысл. Со слова «шлеймут», «совершенство». Ребе сделал такой вывод, что раз в пасук написано слово «унешалма», что символизирует за совершенство, пасук хочет давать нам намек, что то, что мы сейчас учим Тора,
законы жертвоприношения, это не... Да, мы нашли выход с положения, мы учили законы Тора, считается, как мы принесли жертвоприношение. Рэба объяснил, нет, это со слова совершенства. В наше время галут дается нам такое привилегия, что благодаря изучению Тора законы корбанот, законы жертвоприношения, считается для нас как совершенное принесение жертвоприношения, как совершенная эта работа, эта служба, что можно будет сказать, что мы принесли жертвоприношение. Получается, говорит Ребе, что после прихода Машеха мы не будем обязаны принести греха очистительные жертвы за наши недостатки в годы галут. Почему? Мы сейчас этого делаем. Когда мы будем, когда мы учим сейчас Тора, законы храм и законы корбанот, законы жертва, очистительные жертва или другая жертва, мы считается, что мы фактически приносим эту жертву сейчас в храм. И поэтому, когда придет Машиах очень скоро, мы скажем, все, мы в счете. Все, что было сейчас, мы благодаря изучению закона корбанот справили. Тогда начинается новый счет. И тогда на любая ошибка, не дай Бог, надо уже будет принести физическую жертвоприношение. Я думаю, что мы получали ответ на наш вопрос. Но самое главное, это дает нам понять, какая сила и какая привилегия дала нам Тора в годы галут. С одной стороны, в годы галут мы очень далеки от Всевышнего. Мы не видим храм, мы не видим открытые чудес. Но с другой стороны, мы очень ближе к Всевышнему. И поэтому дается нам такие силы, такие привилегии, которые не давали во время, когда существовал храм, и не буду давать после прихода Машиаха. Поэтому, друзья, давайте будем сейчас учить закон храм. В Рамбам, в пророк Ехезкел, и в Мишна. Можно сделать самый маленький поиск в Google, и каждый найдет уроки по закону храм, как будет выглядеть будущий храм. Когда мы читаем эти законы, мы учим эти законы, так же, как в законе Корбанот, это тоже считается, как Ребе нам говорит, что мы активно участвуем в строительстве храма, и это один из способов ускорить приход Машиаха. Тогда в рамках нашей подготовки к приходу Машиаха, в эти дни мы даем больше цдоки, в эти дни мы учим больше Тора, и особенно вещи, которые связаны с приходом Машиаха, и в эти дни мы особо просим у Всевышнего ускорить приход Машиаха. И заслуга этого, в этот шаббат, когда мы увидим видение, как мы начали слова Рав Леви Цхак из Бердичев, нам будут показать, наша душа увидит картина третий храм, дай Бог, что это не остается в этой картине, но что это будет физический вещь, что уже придет Машиах. И не только наша душа увидит духовную картину, но мы с вами все увидим физическую картину. И что до 9 ава уже перевернулись, как мы упоминали уже слова пророка Ишаяу, «Еховху йоми мейлу, лесосану лесимхо, лемеядим тейдим, чтобы перевернулись эти дни на радостные дни, на веселые дни, и мы услышали всегда хорошие, хорошие новости. Вам всем браха ва ацлаха, благословения и успеха, всем крепкого здоровья и хорошей парнаса. Желаю вам всем гуд шабес». Гуд шабес, Шаббат шалом.